Проект Terra Credit создан для всего мира. Итак, количество криптовалютных платформ, предлагаемых пользователям, растет с каждым годом. К сожалению, многие из них являются скам-проектами, нацеленными только на похищение средств участников. Исключением из них можно с уверенностью назвать проект Terra Credit. Он был специально разработан для того, чтобы его могли использовать все, в любой точке мира. Подробнее о его особенностях и преимуществах в нашем сегодняшнем материале. Как указывают сами разработчики, цель создания проекта – внедрить криптовалюты в жизнь как можно большего числа пользователей и стать ведущей платформой в криптовалютной экономике в ближайшее время. Весьма амбициозная задача. Достижению цели должны помочь две технологии – Proof of Work и Proof of Stake с упором на второй вариант. Первоначально разработчики использовали Proof of Work, но потом сосредоточились на Proof of Stake, так более инновационной и безопасной технологии. За счет ее использования удалось повысить вычислительную мощность блоков блокчейна, улучшить доступность сети для пользователей. И помимо этого, Proof of Stake обеспечил платформу целым комплексом преимуществ, таких как ускоренные транзакции в сети, низкая комиссия за переводы, надежная защита от взлома криптомошенников, повышенная энергоэффективность платформы. Каждому участнику системы проект предлагает проводить мгновенные платежи на базе блокчейна, а также зарабатывать с помощью майнинга валют. Все транзакции осуществляются мгновенно. Особое внимание команда разработчиков уделила вопросу безопасности кошельков пользователей и отражению атак злоумышленников. Благодаря применению технологии Proof of Stake и системе двухфакторной идентификации участников, платформа надежно защищена от взлома и похищения криптомонет. Разработчики прекрасно осведомлены о том, что взлом бирж и проектов приводит к резкому оттоку клиентов и грозит закрытием, поэтому они уделяют безопасности самое пристальное внимание. Необходимо отметить и то, что проект не является скамом. На сайте полностью представлена белая книга, где четко указаны сведения о команде и предпринимаемых шагах по развитию платформы. Поэтому опасений, что он создан только для похищения средств пользователей, нету. Также тщательно они подошли к созданию внутреннего криптовалютного кошелька. Криптокошелек Credit спроектирован таким образом, что с ним может работать даже новичок. Загружается и активируется он без проблем, за него не надо платить. Его основная особенность состоит в том, что с его помощью можно зарабатывать криптомонеты. Фактически это разновидность майнинга, только без лишних энергозатрат. Кошелек предоставляет возможность получать пассивный доход. Ранее мы уже упоминали о том, что сам проект Terra Credit создан для того, чтобы его могли использовать во всем мире. Именно это воплощает в себе кошелек Terra. С ним можно работать на любой операционной системе, даже Linux. Управление осуществляется как на настольном ПК, так и на смартфоне. Средства защищены от похищения, а если владелец вдруг потерял к нему доступ, то всегда может восстановить, используя резервную копию. Функционал кошелька позволяет совершать платежи без единой задержки. Совсем скоро должны произойти обновления блока блокчейна внутри сети. Повысятся награды за майнинг монет, претерпит изменения и сама монета. Она должна стать более узнаваемой в листинге валют, представленных на биржах, а также повысить свою капитализацию. Заключение. В заключении стоит сказать еще раз о цели проекта. Судя по амбициозным заявлениям, разработчики хотят попасть в топ-10 монет на криптобиржах. Проект предназначен для того, чтобы в полной мере воплотить в себе основные преимущества блокчейна, такие как прозрачность, децентрализация, устойчивость, безопасность, удобство для пользователей. Платформа криптовалютных платежей Terra Credit включает в себя собственный кошелек, позволяет каждому пользователю достичь большей финансовой свободы и использовать возможности блокчейна по максимуму в повседневной жизни. С вами был канал CryptoxBlog и обзор проекта Terra Credit. Спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!